Дары по осени считают. В конце августа стартует традиционный месячник по реализации сельхозпродукции. В Чебоксарах началась подготовка торговых площадок. Ярмарка на Николаево, Северная и рынок Шупашкар. Три основные площадки, где можно будет купить овощи прямо с грядки. Другие места – это торговые навесы, палатки и точки на рынках. Площадки перед крупными магазинами и во дворах. На основных площадках будет организована также концертная программа, бесплатная доставка сельхозпродукции ветеранам. Будет отработан вопрос беспрепятственного доступа на место реализации сельхозпродукции. Также будет организовано дежурство сотрудников администрации города для сбора данных. Предполагаемый ассортимент реализуемой продукции, значит, будет картофель, морковь, свекла, лук, капуста, огурцы, помидоры, саженцы, мед, консервированная продукция и прочее. Обеспечить горожан качественными продуктами по доступным ценам – цель ежегодных ярмарок. В этом году дары осени стартуют раньше обычного, уже в августе. Мы должны составить конкуренцию федеральным сеткам, должны предоставить возможность жителям приобретать товар по цене низшей, чем в тех магазинах, которые представлены сегодня в городе. Еще одна перемена – все торговые площадки и навесы планируют оформить в едином стиле. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.